Всем доброе утро, друзья. Сегодня случайно наткнулась на один канал, на одну информацию на YouTube, что украинских беженцев больше не принимают. Это неправда. Я не знаю, откуда люди берут такую информацию. Конечно, я знаю, многие смотрят YouTube-каналы и слушают, конечно, а тех, кто несет эту информацию через YouTube, но я скажу, что я всегда вам советую тоже самим проверять официально на сайтах, так это или не так. Я сегодня столкнулась с таким видео, потому что человек рассказывает, что в Германии уже украинских беженцев не принимают. Это не так. Я тоже читала из официальных источников, могу сказать, что у нас в новостях тоже такое писали, кто следит за новостями, кто может в Гугле перевести хотя бы новости. А вот, это не касается украинских беженцев. Украинских беженцев принимают везде до сих пор. Это касается беженцев, которые приезжают из стран, таких как Сирия, Сомали, Африка, Пакистан, во всех вот этих стран. Вот там сейчас, потому что сейчас огромный наплыв беженцев тоже с этих стран. И также в Германии, также в Нидерландах, да, мы знаем. Скоро, кстати, опять ролик выйдет на YouTube у меня на канале. Но, друзья, украинских беженцев принимают. Единственное, что у нас в Нидерландах поменялось, это то, что украинских беженцев сейчас не принимают из других стран Европы. То есть, если вы изначально ехали в Нидерланды из Украины, и вы здесь попросили временную защиту, вы здесь зарегистрировались, то вас по-любому должны принять, и я знаю, что приняли. Но если же вы уже были в другой стране Европы, вы там регистрируете, то сейчас этих стран Европы их не принимают, так как рассчитывали на одно количество беженцев, а получилось совсем другое количество беженцев. Ну, естественно, да, война затронула всех, и я понимаю, как это сложно для тех, кто живет в Украине сегодняшним днем и не знает, когда, в какой дом упадет бомба. И, конечно, вот, но Нидерланды принимают всех, кто приезжает из Украины, кому нужно убежище, Нидерланды до сих пор принимают. Точно так же касается других стран Европы. Поэтому изначально, если вы ехали в Нидерланды, это буквально поменялось несколько месяцев назад, когда Нидерланды перестали принимать беженцев из других стран Европы, которые там зарегистрировались, либо у которых уже там был вид на жительство, и которые там уже получали документы. Сейчас они перестали принимать этих беженцев и перестали их регистрировать в Нидерланды, потому что места сейчас для всех не хватает, поэтому Нидерланды принимают в первую очередь тех, которые приезжают из Украины, которые в первую очередь выбирают Нидерланды как страну проживания в первую очередь. Вот, друзья, поэтому, если вы слышите, либо видите, что украинские беженцы сейчас страны Европы не принимают, то это неправда. Сейчас проблема с беженцами не только в Германии, но и в Нидерландах, потому что Нидерландам нужно размещать еще 700 остальных беженцев, да, которые приехали из других безопасных стран, да, которые я уже называла выше. Поэтому всегда проверяйте информацию, всегда ищите официальные источники. Я находила эту информацию из официальных новостей Нидерландов, которые говорили о Германии. Потому что в Германии говорили, что 16 провинций, 16 землей Германии уже не принимают беженцев. Но это не касается украинских беженцев, друзья. Поэтому, если вы такое слышите, либо видите, то обязательно сами все перепроверяйте. Но я могу сказать, что украинских беженцев во всех странах Европы до сих пор принимают. Все попадают под временную защиту, всех есть статус, и всем предоставляют регистрацию до 2023 года.